сообщить, случилась неприятность. Наш офис в Екатеринбурге прислал нам видеоролик с каким-то бородатым мужиком. Этот ролик профессиональный, он креативный, но самое страшное, самое грустное, коллеги, что он очень смешной. Мы обязаны им ответить. И наш ответ должен быть еще смешнее. Иначе мы потеряем авторитет. Выхода нет. Нам придется шутить. Ты же президент. Поезжай в Екатеринбург. Пошути за нас всех. Я не могу. Они этого и ждут, но я не могу. Вот именно, я президент международной солидной рекламной группы. Я не имею права шутить. Тогда пусть Иванов поедет. Он так пошутит. Мало не покажется. Я не могу. Я управляющий директор Red Communication Group. У меня жена, дети, кредит в конце концов. Я не могу. Выхода нет. Я пойду и пошучу. Я им расскажу анекдот про Вовочку. Про Штирлица расскажу. Да я там порву всех. Это анекдоты с бородой. А это хорошо. Потому что шутки RCG проверены временем. Тогда я тоже поеду. Я тоже знаю бородатые шутки, и еще я бородач. У меня есть борода. Я тоже скажу. Да. Они не знают страха. Они не знают упрёка. Они ни хрена не знают. И они вас зашутят.